С Новым годом! С вами Юлия Черняева. Я расскажу вам, что интересного происходит в городе в эти волшебные праздничные дни. 6 и 7 января на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий пройдет традиционная ежегодная рождественская гонка на собачьих упряжках. Побороться за звание чемпиона России приедут сильнейшие команды из Самары, Тольятти, Москвы, Ульяновска, Перми, Саратова и многих других городов. Приглашаются жители и гости Самары заглянуть на это яркое мероприятие. Только представьте, вас будут ждать красивые и доброжелательные ездовые собаки, сибирские хаски, аляскинские маламуты, самоедские лайки и представители других замечательных пород – американские акиты, немецкие овчарки, лабрадоры, ретриверы. Традиционно на базе можно будет покататься на упряжках, выпить горячего чаю и весело провести время с семьей или в компании друзей. Открытие соревнований 6 января в 9 утра. Старты первого дня в 10:00. Старты 7 января в 9:00. Самарский театр кукол предлагает закружиться в новогоднем серпантине и принять участие в спектакле «Три поросенка». Нам не страшен серый волк. Забавная и поучительная история о том, как три поросенка перехитрили злого серого волка. Начало представлений в 11:00 и 14:00. Спектакль состоится в Доме актера по адресу улица Вилоновская, 24. Спектакль детского музыкального театра «Задумка» «Вокруг света за одну новогоднюю ночь» можно будет увидеть 6 января в культурно-развлекательном центре «Звезда». А почему бы и нет? Герои спектакля решили поспорить с персонажами известного произведения Жюля Верна и обогнуть земной шар не за 80 дней, а всего за одну новогоднюю ночь. Что из этого получится и какие приключения ожидают их пути, вы обязательно узнаете, посетив музыкальный спектакль «Вокруг света за одну ночь». 6 января, начало в 13:30. Хорошего настроения. До встречи.